Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о необходимых работах на винограднике перед цветением. До цветения винограда нам необходимо завершить весь цикл необходимых работ для обеспечения наилучшего опыления винограда. Вот так выглядит виноград перед цветением, который начнется в ближайшее время, где-то через 1-3 дня. С чего начать? Начнем с осмотра, как расположены и привязаны виноградные лозы на шпалере. При необходимости делаем подвязку их проволоки, чтобы во время цветения ветром не обломало слабые молодые побеги винограда. Теперь нам предстоит подумать и о подкормке винограда перед цветением. Какую подкормку необходимо предложить виноградному кусту для полноценного опыления кистей винограда и в дальнейшем обеспечить неосыпание завязей маленьких ягод. Этому будет способствовать внекорневая подкормка разными необходимыми микро- и макропитательными элементами, которые обеспечат полноценное развитие и формирование грозей винограда. Я буду подкармливать виноград вот таким удобрением, насыщенным разными микроэлементами Фертика Люкс. Это не реклама, просто в его состав входят необходимые для полноценного завязывания ягод винограда бор и цинк и многие другие компоненты. На 10 литров воды я еще добавляю 1 чайную ложку борной кислоты. И этим разведенным составом я сейчас и буду подкармливать виноград. Подобно этому, желательно проделать необходимые работы на винограднике перед цветением нам. Каждый поступает так, как считает лучше. В этом видео показано, как поступаю я с виноградом перед цветением. Может, кто к своим знаниям частично примет и то, что увидел здесь. Делитесь своим опытом и советом, если что увидели не так. Приму к сведению полезные советы. Возможно, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на него. Всем желаю удачи в правильном подходе по выращиванию винограда и в подготовке его перед цветением для получения богатых урожаев от него. До свидания!